Беларусь простилась с народным поэтом Нилом Гилевичем. Траурная церемония и отпевание прошли в Свято-Петропавловском соборе Минска. Там собрались тысячи людей разных возрастов и профессий. Напомним, классик белорусской литературы ушел из жизни 29 марта на 85-м году. Нил Гилевич оставил после себя огромное творческое наследие. Стихи, поэмы, пьесы – всего 23 тома полного собрания сочинений автора. Поэт известен многим поколениям читателей. Многие из его строк легли на музыку и стали песенными шлягерами.